завершился второй полуфинальный матч «Фонбет Куб СНЛ», в котором «Факел» встречался с «Мордовией» и одержал победу. Автором победного гола стал пропадающий воронежской командой Никита Саталкин. Пожалуйста, оцените сегодняшнюю игру. Ну, тяжелая игра. В целом полуфинал всегда как бы, ну, такие игры. Это практически до одного гола. Там было много борьбы, полумоментов. «Мордовия» хорошо играла. Мы, кто, как бы, кто первый забил, тот и выиграл. Такая полуфинальная игра, бойцовская. Рады, что выиграли и вышли в финал. В финале предстоит играть Чертаново, команда второго дивизиона. Не будет недооценки соперника? Как настроитесь? Да, ну нет. Во-первых, это финал. Всегда ход первое место занять в любом там мини-турнире, там, кубке. Ну, в любом абсолютно турнире, даже если ты товарищескую группу играешь. Настрой будет боевой. Чертаново, раз вышел в финал, значит, хорошая команда, боевитая. Там соперник выиграл, и Енисей, и Тамбов. То есть будет такая тяжелая игра, несмотря на то, что они в второй лиге. В целом, как оцените свое выступление на этом турнире? Прибавляли, что получалось, что не получалось? Ну, как бы тяжеловато было первую игру, потому что там в Сочи у нас были только там двусторонки, товарищеские, много нагрузки. Ну, с каждой игрой все легче и легче, потихонечку, вот видите, пробились в финал, значит, все хорошо идет.